Садхгуру, зависть считается очень циничным чувством. Но, честно говоря, в моей жизни она мне очень помогает. Каким же образом? Она мотивирует меня. Каждый раз, когда мой друг узнает что-то новое, у меня естественным образом появляется желание быть лучше. И, возможно, именно благодаря этому я поступила в колледж моей мечты. Как вы думаете, зависть — это негативное чувство? Или же она мотивирует человека становиться лучше? Когда-то, к счастью, такого больше нет. Но когда мы были детьми, особенно во время праздника Дивали, в маленьких городах одним из развлечений было начинить консервную банку фейерверками и привязать ее к хвосту осла. Когда они начинают взрываться, бам-бам-бам, бедный осел начинает носиться по всей округе быстрее любой лошади. Как по-вашему, это хороший способ мотивировать жизнь? Есть способы получше, более разумные способы. Конечно, когда чувствуешь, что твой хвост горит, ты побежишь. Люди всегда этим пользовались. Если за вами гонится собака, вы будете бежать очень быстро. Но, например, мистер Болт. Знаете, кто такой мистер Болт? Он бегал не потому, что у него горел хвост. Он бегал потому, что подготовил свои ноги и легкие таким образом, что если он бежал, то всегда оказывался первым. Разве не так следует бегать? Вы хотите бежать, потому что за вами гонится собака, или вы хотите бежать, потому что у вас горит хвост? Вы так хотите бежать? Нет. Это не самый приятный способ бегать. Видите ли, с одной стороны, бежать быстро — это важно. С другой, важно, чтобы и ваш опыт пробежки был потрясающим. Разве это не важно? Вы поступили в колледж своей мечты, но обучение в нем может стать и сущим адом. Три кошмарных года, кто знает? Разве не важно, чтобы эти три года стали для вас потрясающим опытом? Разве это не важно? Значение имеет не только сам бег. Что вы ощущаете во время бега? Чему это приведет вас завтра? Допустим, мы побежали, потому что загорелся наш хвост, и поэтому решили, что единственный способ заставить людей бежать — это поджигать их хвосты. Тогда мы причиним людям немало вреда. Я видел, как эти ослы бежали быстрее, чем скаковая лошадь, потому что они были в ужасе. Не нужно так бегать. Пожалуйста, не делайте этого с собой больше. Хорошо?